If you were the wind, you brought me here right now, right here, right now. You brought me here right now, right here, right now. В главных ролях Ча Сон У, Ким Сон Юн и Ли Гван Су. Ну вот, почти приехали. Льет как из ведра. Не представляю, как мы будем заносить вещи. Что, они уже закончили? Вы закончили? Еще даже не начинали. Почему? Надо отогнать эту машину, чтобы мы могли поставить подъемник. А он целый час не берет трубку. Льет как из ведра. Алло? Что такое? Какое же свинство? Это уже ни в какие ворота не лезет. Господи. Кто я? Да-да, ты. Почему ты не брал трубку, если был дома? Я целый час не мог проехать из-за того, что ты здесь припарковался. Я поставил на беззвучный режим. Но водитель даже объявил в мегафон. Я ничего не слышал. Здесь хорошая звукоизоляция. Доволен? Ну это ж надо, а? Что? Скажи, неужели так сложно извиниться? С какой стати мне извиняться, а? Это ты должен извиниться. Не дал мне нормально поспать в воскресенье. Вынудил меня жечь бензин, хотя я нормально припарковался. А теперь еще будешь шуметь весь день, затаскивая свое барахло, да? Я прав, а? Ты можешь нормально разговаривать? Я нормально разговариваю. Тогда зачем тычешь меня пальцем, а? Тебе не помешало бы походить в зал, да? Что? Тебе нужно привести себя в форму. Дорогой! Здравствуйте. Это, наверное, твоя семья, да? Здравствуйте. Вы что, ссорились? Сынок, иди наверх. Давай, взрослые не ссорятся. Мы не ссорились. Ложка поднимается. Ложка опускается. Надо же, льет без остановки. Вы сегодня въезжаете? Да, здравствуйте. Вы живете здесь? Да. Я из 501-й, рад познакомиться. Да, я тоже. Разбогатейте.
раз в день вашего переезда идет дождь. А, спасибо. Ладно, счастливо. Счастливо, да. Здрасте. Здрасте. Сон Хун, когда проголодаешься, разогрей роллы в микроволновке. И не открывай двери незнакомым людям, понял? Ладно. Поскорее возвращайся. И закрой окно, а то промокнешь. Пока. Ага. Здесь так уютно. Это же наш дом. Замечательная квартира. Наше гнездышко. Здесь так здорово, так уютно. Наше гнездышко. Наше гнездышко, да. Па, когда телек привезут? Сынок, мы только въехали, потерпи. Телек, 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 держи. Телек. Теперь, когда у тебя будет время до и после работы, тренируйся в зале и изучай английский. В общем, делай все, что захочешь. М? У нас большая ипотека. Мы теперь без гроша. Я найду денег для занятий. Доволен, да, что жена пойдет работать? Так, впервые за много лет завтракаю дома. Офис рядом, могу себе это позволить. Су-чан, иди завтракать. Иду! Так. Приятного аппетита. Показать тебе клевую штуку. Что? Что это? О! Молодец, поймала! О! Сборщики плохо сделали свою работу. Не выровняли стол. Нет, на полу то же самое. Эй, не во время завтрака. Тренажерный зал. Не пойму, что у тебя такой удивленный вид, а? Я вовсе не удивлен. Еще как удивлен, я же вижу. Заходи, заходи, давай, заходи. Ты принял верное решение. Тебе нужно позаниматься. В общем, смотри, я сделаю тебе скидку. А? Постой, ты здесь босс? Не, я не босс, я что-то вроде того. Я менеджер по персоналу. Я уже опаздываю, но я подумаю над предложением. Какая дурацкая отговорка. Нелепая отмазка. Слушай. О, отлично, я рад. Ты принял верное решение, я очень рад. Нет, ни за что. Пошли, я тебя запишу. Что? Наш дом. Что с ним? Он случайно не перекошен? С чего он должен быть перекошен, а? Понимаешь, все предметы в гостиной перекатываются с места на место. Нет, у меня все ровно, ничего не перекатывается. Скажи, у тебя есть стеклянный шар? Хорош! Неужели я в моем возрасте буду играть со стеклянными шариками? Нет. Тогда записывайся. Я опаздываю. Мне пора. Ты чего? Я очень опаздываю. Эй, парень, ты куда? О. Господин Пак? Да? Вы купили в Сеуле квартиру? Да. Поздравляю. Почему нам не сказали? Что ж, поздравляем вас с покупкой. Да ну, ерунда. Сущая ерунда. Я вас поздравляю. А, спасибо. Вы приобрели квартиру и стали жителем Сеула. Аплодисменты. Аплодисменты. Он купил себе квартиру. Представляете? Да ну, перестаньте. Прошу вас, подумаешь, какая это квартира. Район какой? Джинсо. А это где? Возле промзоны, что ли? Ее давно уже там нет. К-
Когда я был ребенком, отец отвез туда старую машину. Автомобильную свалку оттуда давно убрали. Теперь там экологически чистый район. Но разве жители Джансо не жалуются на шум метро? Да ну, откуда там взяться шуму метро? Это новое современное здание с двумя или тремя слоями шумоизоляции. Поверьте, мы не услышим, даже если начнется война. Это ваш дом? Что? Нет. Посмотрите, мяч катится сам по себе. У вас там что, футбольное поле или все-таки гостиная? Так странно. Ну так что, когда справим новоселье? Чем скорее, тем лучше. Хорошо, я понял, я учту твой голос. Иди работай. Иди. Иди. Ты сейчас его сломаешь. Если дом наклонен, то рама тоже под наклоном, и окно будет дребезжать. Что, успокоился, а? Есть кто-нибудь? Ау! А, ты договорился о встрече? По интернету. За полцены. Отлично. И со мной тоже. Ну что, мне кажется, будет здорово смотреться. О, прикольно. Ага. Настоящий мастер. Я уверен, он хороший парень. Ау! Есть кто? Снова удивленный вид. Ладно. А можно узнать, где хозяин? Я хозяин. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, мой ты сладенький. Мой ты зайчонок. А тренажерка? Залом заведует мой друг, а я иногда ему помогаю. Мой бизнес здесь. А ты классно выглядишь. Так. Так. Замечательная композиция. Госпожа, у вас бесподобная фигура. Господин, вам комфортно? Вы можете поспешить. Что ж, я понял. Придется вас запечатлеть на прекрасном семейном фото с кислой физиономией. Очень жаль. Улыбнись. Итак, мои дорогие, приготовились. Раз, два, три. Великолепно! Просто восхитительно! Сеул во время дождя становится еще лучше. Мы приобрели здесь свой дом после 11 лет скитаний. Ты молодец. Нет, это все благодаря тебе. Это твоя заслуга. Выпьем, м? Я же за рулем. Мы же в Сеуле. Вызовем водителя. Я заплачу. Тогда можно. Давай выпьем. И я с вами. Да. За нас! Ну и где вы сейчас находитесь? Я почти на месте. Я вижу вас. Я вижу вас. Вижу. Довезу вас до дома в целости и сохранности. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Снова удивлен? Ограничение скорости 60 км в час. Стоп. Стоп! Стоп! Камера! Ну все. Камера нас засекла. Нет, все нормально. Мы же проехали на красный свет. Не бойся, мы ничего не нарушили. Ты должен был остановиться на желтый. Почему не остановился, а? Некоторые на желтый останавливаются, а некоторые проезжают. Я всегда проезжаю. По правилам нужно остановиться. Можно и проехать. Слушай, я сейчас найду. Да. Я сейчас найду этот пункт. Вот, нашел. Смотри. Ну что? Видишь? Посмотри. А? Ну все, вот мы и приехали. Здесь сказано, что нужно остановиться на желтый. Сучан, добро пожаловать домой. Прошу вас. Спасибо. Проходите.
Послушай. Вам что-нибудь нужно? Мы тут скинулись, хотим вам купить что-нибудь. Сумма? В пределах 200. 200? Слушай, Кимдири, помоги ей. Энджу, оставь, я принесу. Я как-нибудь дотащу. Ладно. Проклятая бутыль. Например, блендер. Или же грелка. А можно деньгами? Сделаем гравировку с вашим именем. Лучше деньгами. Я хотел кое-что купить, но мне не хватало. Что это? Подарок от моих коллег. Видать, дорогое. Может быть. На мне вся тяжелая работа, а подарок получаешь ты? Это кресло для всех. Пап, я тоже хочу. Детям нельзя. О! Пусть он тоже покачается. Ты же сам сказал, что оно для всех. Кроме ребенка и жены. Вот и сиди так до утра. Пошли. А это что такое? Судя по линии, не думаю, что это был камень. Может, кто-то налетел? Господин! Это не я. Если не вы, тогда кто? Кто, не знаю, но не я точно. Советую поскорее заменить его. Не то я на вас нажалуюсь. А? Нажалуйтесь за что? Ой. Что так смотришь, а? Давай, не пойму. Давай, убирай. Что? Я уберу, но... Не повезло соседам. Да-да, это новое пятиэтажное здание. Городские власти могли бы провести осмотр дома на предмет безопасности? Заявку на устранение дефектов? Могли бы мы организовать встречу жильцов и получить от всех согласие? Речь идет о процедуре заявка на устранение дефектов. Дефектов, возникших во время строительства, так как в доме есть серьезные проблемы. А что не так? В доме постоянно заедают окна. Они установлены неровно, а это значит, что все здание перекошено. Как такое возможно? Неужели это правда? Если пойдут слухи о дефектах, то цены здесь упадут. А ведь действительно, у нас окна тоже заедают. А в 202-й? У вас как? А, я редко бываю дома. Все время на работе, так что не знаю. Ну а в 502-й у вас что? Знаете, под нами столько курят, что я забыл, когда в последний раз открывал окна. Я уже не помню. 401-е, вы слышали? У меня в квартире никто не курит. И кто тогда это делает? Видно, что вы заядлый курильщик. Мне кажется, это видно с первого взгляда. Мы сейчас наговорим. Я бросил курить много лет назад. От меня не воняет табачным дымом. Давайте, понюхайте, понюхайте. Поближе. Еще как воняет. Ну что, пахнет? Понюхайте. Прекратите, сами. Давайте не будем ругаться. Я смотрю, она у нас тут командирша, да? О, пытается всех давайте построить. Давайте не тоже будем ссориться, хватит! Надоела эта ругань! Но это же она меня обвиняет. Ненавижу, когда меня в чем-то обвиняют. Это же какую надо иметь наглость. В следующем месяце... Я запишу тебя в школу госслужбы. Поедешь учиться. Откуда деньги? Ты не представляешь, сколько людей мне позвонило после того, как я раздал флаеры. Если вдруг захочешь курить, поднимись на крышу и кури там. Соседи сверху жалуются.
устроили из-за этого такую шумиху, весь мозг мне проели. Я не курю. Неужели не куришь, да? Я тебе не верю. Но вот в 502 так не считают. А? Эй, Сонтхэ, я замолчу. Даешь, не уходи. А? Поставь. Подарки не забудь. Хорошо. Посмотрите, как здесь чисто. Давай, пошли. Тихий, спокойный район. Для детей самое то. Как это понять? Женщина из 301 никак не угомонится. Это пищевая клеенка. Думаю, разницу не заметят. Еще как заметят. Да, она немного отличается. Это же не стекло. Ты сейчас по пустякам придираешься. 100 лет уже не видел клеенки. На Василия будете справлять, а? Да, здрасте, это начальник нашего отдела. А, так ты начальник отдела. Разрешите пройти? Одну секунду, подождите. Я нашел кое-какие дефекты. Посмотри. Вот. На территории мусорки есть несколько трещин, еще несколько у парковки. Видишь? Это все трещины. При проведении тщательного осмотра выясняется, что это здание никуда не годится. Вот еще одна. То есть это ситуация на данный момент? Да, это то, что есть на данный момент, сейчас. Это не проблема, но в будущем может ею стать. Кошмар, вы посмотрите. Пожалуйста, у меня есть еще. Спасибо, нам надо идти. Нет, вы постойте, погодите. Посмотрите, видите вон те трещины, видите? Да, вон. Да, вот, посмотрите. Удручающая ситуация. Здесь вообще можно жить? Не нужно никого вызывать. Проходите. Прошу. Проходите. Столько подарков. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Проходите. Спасибо. Пожалуйста. Добро пожаловать! Поздравляем! Поздравляем! Красота! Как-то просторно. Проходи, не стесняйся. Так вкусно пахнет. Я много не готовила. Не стой! Заходите. Сколько там стоит квартира? 3 миллиона. Ох, невероятно. Что невероятно? Вот это. Похоже на Эверест, да? Видишь, его забраться не можешь. Не купишь, даже если выиграешь в лотерею. Я знаю, что там хорошие квартиры. Но я не могу себе этого позволить. Понимаешь, не могу и все, хоть ты тресни. Надо было брать. Надо было взять ипотеку побольше и купить там квартиру, понимаешь? Его мать купила там хату за 450 тысяч баксов. За полгода цена выросла на 200 тысяч. На 200? На сколько? На 200 тысяч? Да ну. Да. О, на 200 тысяч. Ничего себе. Я брал всего 100. Эджу! Когда люди выпивают, то из-за стола не встаю. Давай-ка, вернись. Я захотела побыть в одиночестве. Ни с того, ни с сего? Да. У нее пустой стакан. Ким, дери, налей ей, отнеси, давай. Куда это ты, Ким, дери? В туалет. Достану из холодильника арбуз. Чижон, почему ты не пьешь? Мне потом садиться за руль. Я лучше колу. Вызовем тебе водителя. Нет, я весь вечер пью колу. Перестань. Да не надо. Я знаю одного парня. Вот блин. Водитель, проезжающий на желтый свет. Сейчас. Давай выпьем. Нет, нет, нет. Я принимаю лекарства. Ты чего? Сказал, не буду. И что? Нет, нет, нет. Ну давай. Да. Довезу в целости и сохранности. А вот и ты!
Ты пришел? Правильно, что позвонила. Нельзя садиться за руль в таком состоянии. Знаешь, этот человек всегда проезжает на желтый сигнал светофора. Так что за ним нужен глаз да глаз. Дорогой, вы будете ужинать? Что-нибудь съел бы. Ладно. Дружище! К нам зашел чувак с клеенкой. Давай-ка я тебе налью. Нет. Я ваш сегодня за рулем. Готов. Мне нельзя. Я накрыла на стол. Благодарю. Да. Ну что, ребята, выпьем? Давайте-ка. За вас. Чижон, скажи, ну почему ты не пьешь, а? Раз вы вызвали водителя. Да вот, за тебя. Это что это вы тут шепчетесь? В чем дело, а? Вы что, встречаетесь? Да нет. Нет. Что вы, господин Пак, вы сейчас говорите ерунду. Ерунда? Вы сильно ошибаетесь. Да ладно. Вы напились. Это правда. Мы любим друг друга. Ах ты, сукин сын! А что здесь такое? Ну и пусть встречаются! Прости, Кендери. Не произноси мое имя, ты для меня умер! Хёджун! Я имя тоже не произноси, козел! Постой, я должен тебя довести. Кендери, останься, не усугубляй ситуацию! Лучше выпей. Выпей. Знаешь, тебе тоже лучше поехать домой. Не стоит злоупотреблять гостеприимством хозяев. Где ты живешь? В Чунге. Значит, в Чунге. А вы, девушка, где вы живете? В Ваньяне. В Ваньяне. Дай мне ключи. Поедем в Ваньян, затем в Чунге. Я сегодня без машины. Почему? У меня ее нет. Тогда поедем на моей, в Ваньян, затем в Чунге и назад в Джансу. Значит так, 40 плюс 50, итого 90, но я возьму с тебя 80 штук. 80? Это на бензин. Оставайтесь. У нас 3 комнаты. Класс. Тебе нужно домой, а то родители уже волнуются. Ты же не хочешь, чтобы твои родители волновались, так ведь? Я живу одна. Одна. У меня 3 комнаты, оставайтесь! Сунчан будет спать в своей комнате. Далее я и жена будем спать у себя. А дорогие Кимдери и Инжу переночуют в гостевой. Еще раз. Так. Сунчан, значит, будет спать в своей комнате. Ты, Пак, и твой гость Ким Дэри будете спать в основной спальне, а твоя жена и эта девушка в гостевой. А я буду спать в своей собственной кровати. А, он соображает, да? А где Чжун? Так, отлично. Осторожно, не споткнись. Осторожно. Сейчас. Осторожно, мам. Мы уже выходим, не волнуйся. Ты что, забыл про наше мероприятие? Ты же знаешь, мама никогда не забывает про субботу. Она всю неделю ждет, когда пойдет в баню. Тогда сам ее вези. Ладно, хорошо, так и сделаю. Входящий вызов от любимой. Абонент не отвечает. Пожалуйста, перезвоните. Не отвечает. Позже. Попробуй еще. Здравствуйте! Ну надо же, какой ты воспитанный и учтивый мальчик. Да. Уронил. У вас тоже нет воды? Ага. Что ж, раз нет воды, мы решили прогуляться в сауну. Устроим двухдневную сауну. Я очень рада. Так значит, в нашем здании действительно есть дефекты? Может, уже хватит? А что? Все, пойдем.
Счастливо. До свидания. Всего до свидания. Доброго. До свидания. Ма. А? Раз папа не отвечает на звонки, может, я тогда схожу за тележкой? А ты сможешь? Да. Мой сын стал таким взрослым, аж не верится. Иди, иди. Осторожней. Хорошо. Мне осталось переехать мост. Я вижу тебя. Если можно, поднажмите. Ладно. Слушай, в это время час пик, на дорогах пробки. Суббота? Точно. Водитель, осторожно! Я уже скоро буду. Водитель, я забыл сумку. Вы могли бы сейчас развернуться и подождать? Это ненадолго. Я быстро. Почему никого нет дома? Энджу? Энджу, моя сумка. Энджу? Здравствуйте! О, так, так, так. Сачан. Если ты будешь встречать меня 10 раз в день, то будешь 10 раз говорить «здрасте»? Да. Как так могло получиться, что сын воспитанный и вежливый мальчик, а его отец козел, каких еще поискать надо? Папа спит еще. Сучан, скажи, у вас идет вода? Нет. У козла тоже нет воды. Ох, как же я устал. Какая сволочь курила на крыше? Где здесь компрессорная? Кажется, здесь. Надо проверить. Простите? Я не идиот. Я обо всем позабочусь. Да ну, не может. Время. Я перезвоню. Эй, господин, извините, что отвлекаю. У вас в доме хороший напор воды. А то у нас совсем не идет. Посмотрите, а? Вижу, напор хороший. Можете выключать. Напор, что надо. Все, я понял, достаточно. Не нужно меня поливать, а то я буду весь мокрый. Хватит! Что это?
пьяны? Сучан! Где ты, черт возьми? Тинчхон, выслушай меня внимательно. Ну? Я не смогу провести твою свадьбу. Что? Да. О чем ты говоришь? Я провалился сквозь землю. Так тебе и надо, придурок. Я серьезно, осел! Звони 119! Скорее! А! Это еще что? Энджо, ты цела? Да. Ты не видела моих родных? Сколько времени уйдет на то, чтобы спуститься? Минимум сутки. Приступайте к эвакуации и подсчитайте число жертв. Слушаюсь. Thank you.
Я вышел. Мы здесь! Я видел его, его тело. Сучан! Ты кто? Я видел его. Я стоял возле 502. Сучан вышел из дома. Я видел, как он сел в лифт, а я в тот момент поднялся на крышу. И спустя несколько минут здание рухнуло. Сучан должно быть в безопасности. Да. Спасибо, господин. Спасибо. Хватит. Мне больно. А где Сунтхэ? Сунтхэ? Сунтхэ, где он? Где Сунтхэ? Мой сын, Сунтхэ! Сунтхэ! Ваш сын? Бежим! Сунтхэ! 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 Сунтхэ, сюда! Скорее! Сунтхэ! Вот здесь! Аккуратно! Сунтхэ! 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 Нью Бэланс! Нью Бэланс! Ничто! Ни о чем это ты? Какой Бэланс? Вот здесь! Ищите! Внимательно! Их здесь нет! Нью Бэланса нет! Их здесь нет! Не пойму, чьи это кроссовки! Сунтхэ, его кроссовок здесь нет. Он, видимо, ушел в интернет-кафе. И правильно сделал! Это он правильно сделал! Видно и правда произошел обвал грунта. Обвал грунта? Похоже, что мы на глубине 500 метров. А может, это война или землетрясение? Уверен, это обвал. Куда это ты? Схожу на крышу, может, там ловит. Хочешь без головы остаться? Пойдем все вместе. Не, я не пойду, там опасно. Но ты же у нас проезжаешь на желтый свет. Включился красный. Так что стоп. Грунт неустойчивый, поэтому действуйте оперативно. Осторожнее, тут очень опасно. Будьте осторожны. Слышите? Не уходите сильно вперед. Говорю, здесь очень опасно. Что встал? Немного страшно. Ладно, давай, я первым. Спасибо. Ну что, Эджин, ловит? Пока не ловит. Ты уж постарайся, ладно? Найди, где ловит. Вы когда-нибудь видели такое? Я видела нечто подобное. Когда? Мне было 9. Я тогда упала в колодец. В колодец? Да. Я вылезла из него. И сейчас вылезу. Помогите! Пожалуйста, помогите! Мы застряли здесь! На помощь! Пришлите сюда кого-нибудь! Помогите нам! Пожалуйста, спасите нас! Помогите, прошу вас! Помогите, пожалуйста! Кимдери, тебе надо было согласиться и поехать домой, когда я предлагал подвезти тебя. А? 80 тысяч не так уж и много. О чем это ты? Я хотел тебя отвезти. Так?
Тебе и эту замечательную девушку. Заехали бы в Аньян, затем в Чунгэ. Это тебе стоило бы всего 80 тысяч вон, а не 90. Но ты сказал, это слишком дорого. Разве это дорого, а? Я сказал? Нет, твой начальник. Кто, я? Что, не помнишь? А? Ты был пьяный и сказал... 80, а? Энджо, подтверди. Я разве такое говорил? Да. Успокойся, тихо. Стой, что-то уж больно знакомый голос. А? Сонхэ, это ты? Сонхэ! Сынок! Сынок, держись! Сонхэ! Землетрясение? Обвал грунта! Обвал грунта? Ты не в интернет-кафе? Я бросил играть. Что ты здесь делал? Вышел подышать. Объясни, почему ты не пошел в интернет-кафе? Ты ж сам запретил мне туда ходить. И вдруг сегодня ты решил послушать меня, так что ли? Ты цел, сынок, скажи мне. Ты в порядке? Как я рад, что он жив. А теперь давайте лучше подумаем о том, что нам делать. Мы попали в сложную ситуацию. Нужно отыскать аварийные запасы. Воду, продукты, лекарства, постельное белье. А затем мы должны отправить сигнал СОС. Будем дежурить по очереди. Если вдруг кто появится сверху, нужно будет посигналить ему фонариком. Где ты этого набрался? В Ютубе у Биара Грилза. Так странно. Что? Я же знаю, что он ни с кем не дружит. Постоянно зависает в интернет-кафе. Или же торчит у себя за компьютером. Может, это иностранец? Но он не говорит по-английски. Нам отсюда не выбраться. Территория, прилегающая к тому месту, где обвалился грунт, представляет собой опасность. После того, как мы всех эвакуируем, мы постараемся спуститься вниз. Поэтому доверьтесь нам и проявите терпение. Пожалуйста, помогите им. Да, мы сделаем все возможное. А сейчас нам необходимо выяснить, кто из жильцов оказался под землей. По очереди называйте имена. Ли Сон Ху, 10 лет, 502-я квартира, 501-я, Пак Дон Ву, 37 лет. Прости меня, Ким Дири. Энджо, ты тоже. Не надо было праздновать это новоселье. Никогда не думал, что я погибну в вашем доме. Ты не погибнешь? Я 11 лет копил на эту квартиру, и вот тебе на. Будет несправедливо, если я умру, так что и не думай. Я стараюсь не думать. Но я вижу свою смерть. Подумай о Хёджун, ты же ей нравишься. И что с того? Она встречается с Чжоном. Они все равно не поженятся. Расскажи ей о своих чувствах. Ты же слышала, у Чжона есть квартира. А я снимаю холостяцкую однушку. Что теперь? Ни с кем не встречаться? Цена подскочила на 200 тысяч! Прошу вас, не добивайте меня! Мне и так хочется умереть! Я тоже снимаю однушку. И что теперь, таким как мы жениться нельзя? Однушка превратится в двушку, а потом в трешку. Да, Инджо абсолютно права. Я начал с однушки, и вот теперь у меня три комнаты. У вас на это ушло 11 лет! И посмотрите на эти три комнаты!
Эй, Сотхэ! Сотхэ! В чем дело? А, хочу что-нибудь найти. Бросай, идем, а то уже камни падают. Одну секунду. Автобус для эвакуации жителей. Почему так долго нет спасателей? Как будто уже месяц прошел. Еще сутки не прошли. А? Они ведь знают, что мы живы? Должны, во всяком случае. Так что, давайте проявим терпение. Срок годности истек, выбрось. Кто в такое время думает о сроке годности? Да, не привередничай. Меня потом мучают запоры. Провал грунта в Джансо. В 10 часов 50 минут в районе Джансо произошел мощнейший обвал грунта. Небольшое многоквартирное здание целиком провалилось под землю. Карстовая воронка образовалась в результате сдвига земли и полностью поглотила новое пятиэтажное здание Чон-Ун. В настоящее время специалисты пытаются оценить масштаб нанесенного ущерба. В результате обрушения пострадали 39 человек. Все они были доставлены в больницы. Оказание медицинской помощи. Бедные там, наверное, сейчас голодают. Что это? Жареная курица. Ну все, давайте есть. 501-я, погоди. Держи. На, ешь. Так. 501-я, это тебе. Вот. На. Ешьте, ешьте. Это то кресло? Я хотел купить в квартиру хорошее кресло. Такое, которое бы не сломалось при переезде, и которое я мог бы передать своему сыну. Купите другое, когда выберемся. У меня больше нет дома. Наконец-то дождь закончился. А то льет и льет. Что, приуныли, да? А? Спасатели скоро вытащат нас. Ким Дири, ты же холостой? Да. И не женись. А как я женюсь? У меня ни дома, ни будущего. Я обзавидовался, узнав, что он купил квартиру. Ты купил ее? Ты купил квартиру? Да. За сколько? За 390. О, значит, подорожало.
А ты сколько заплатил? Я снимаю. За 850 баксов. Ох, холодно-то как. Так, ладно. Слабый огонь, нужно подкинуть еще дровишек. У нас здесь только дерево. Пусть все горит, все равно не жалко. Вот. Сейчас поломаем его и пустим на дрова. Так. Да что ж такое-то? Нет. Это бесполезно. Ты смотри, какое крепкое. В чем дело? Похоже, мы потеряли с ним связь. Это плохо. GPS, и они потеряли управление. А, скважина же широкая. Как так получилось? В горах и тоннелях GPS не ловит. Мы минимум 250 метров под землей, так что сигнала нет. Камера работает. Обращаюсь к властям Кореи! Пожалуйста, спасите нас! Нас 5 выживших! Меня зовут Ким Дэри! Мне 33 года! Твоё? Я какая здесь разница? Живу. Откуда это идея? Что это? Ah!
Я держу вас на волоске! Тяни! Я уже сдвинулся с места! Тяните! Вместе! Тащите нас, шмацы! Не бросайте меня! Прошу вас! Тросы пока удерживают здание, но думаю, это ненадолго. Ясно. Это наш дрон? Он вернулся. Они работают с моим мужем. Это Энджу и Ким Дири. Я не вижу там Сон-Хи.
На этом все. Как же так? А где же Сон Гун? Мне очень жаль. Но его там не было. Господин, кажется, моего сына там нет. Мой муж и мой сын находятся порознь. Помогите мне. А вы сказали, у вашего сына есть сотовый телефон? Да. Это разве жизнь? У меня свое кафе. А я за все это время не приготовила сыну нормальной еды. Как так можно? Когда Сон Хун объявится, я решила, что продам это чертово кафе. И все свое время буду проводить с ним. Именно так я и сделаю. Мы установили местоположение сотового. Известно, что во время последнего звонка, в общем, Сучун находился в здании. Во всей этой истории, на мой взгляд, есть один положительный момент. И какой? В кои-то веки я уложил сына спать. 501-е. Спасибо. Не волнуйся, я тебе за все отплачу. Вначале нужно выбраться, а потом уже все остальное. Спасатели послали сюда квадрокоптер. Что из этого следует? Значит, они знают, что мы здесь. Надеюсь, что никто из жильцов дома не пострадал. Не переживай. Я утром звонил во все двери. И представляешь, никого из жильцов не было дома. Что, правда? О, слава богу. А то я уже распереживался. Твоя мама? Энджу, скажи, а у тебя есть какие-нибудь вопросы по работе? Говори, не стесняйся. Вопросы? Подарки к праздникам, что рассылает наш офис, я бы хотела отправить один из них родителям. Я никогда раньше не отправляла. Ну, ты стажер, так что вряд ли. Зарядки 3%. Послушаем музыку или лучше селфи? Давай селфи. Как нам только что сообщили, обнаружены выжившие. В карстовой воронке после провала грунта найдено несколько выживших. Аварийно-спасательная служба города в данный момент предпринимает все усилия, чтобы вызволить их оттуда. Но по заявлениям специалистов, недавно прошедший дождь и просевший грунт на прилегающей территории заметно усложняют и без того непростую задачу. В настоящее время в воронке находится несколько выживших. Если соседние здания тоже провалятся, это будет просто катастрофа. Но даже если и так,
Кто пойдет на то, чтобы взорвать совершенно исправное здание? Как я уже сказал, мы не будем ничего взрывать. Мы обрушим опоры таким образом, чтобы центр тяжести сместился в сторону, и здание не свалилось бы в воронку, понимаете? Если этого не сделать, ваше здание тоже провалится. Понимаю, вы хотите спасти их, но мы тоже имеем право на жизнь. Скажите, я прав? Да, абсолютно. Вот именно. Я согласен. Да. Эй, позвольте мне сказать. На крыше того дома находился человек. И в тот момент, когда здание падало, он смотрел на меня. Все это происходило на моих глазах. И мне стало его жалко. Да. Я 20 лет копил, чтобы купить здесь квартиру. Но если я не соглашусь на это, я знаю, что потом буду гореть в аду. Поэтому я согласен. Что там с предметами первой необходимости? Мы сейчас крепим парашюты, на это уйдет время. Скоро начнется дождь, так что пусть поторопятся. Вас понял, шеф. Сбрасывайте. Забирай, они твои. Ты во всем себе отказывал. Никуда не ездил, не покупал книги. Забери. Сандхэ, могу у тебя кое-что спросить? Угу. Для чего ты это скопил? Я мечтал накопить 100 тысяч долларов. Что, серьезно? 100 тысяч? Угу. Накопил бы, а дальше? Не знаю. Не знает он. Ай, какой же ты скучный человек, Сандхэ, правда? Эй, Сандхэ, посмотри наверх, а? Мечты мне напоминают звезды, а? Они должны быть недосягаемы. Папа, к нам приближается звезда. Зачем ей к нам приближаться? Ты что, пьяный? Что это? На нас что-то упало! 1-1-9. Мы спасены. Это означает, что нас скоро спасут. Слава Богу. Слава Богу. Вода очень сладкая. Что это? Спутниковый телефон. А? Я поймал сигнал. Можно позвонить? Мама! А? Мама! 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 Нет, это не она. Не она. У нее другой номер. Не мама, значит? Какой-то мужик. Возьми. Позвони домой. Не стоит. Если я сейчас им позвоню, они еще больше разнервничаются. Когда выйдем на поверхность, наберу. Хёджун! Я с господином Паком и Энджу. Все нормально. Спасибо, что думаешь о нас. Я хотел тебе кое-что сказать. Помнишь список ко Дню Благодарения? Внеси туда Инджу. Не знаю, барбекю или же говядину по-корейски. Не забудь указать название компании. Пока. На, держи. Позвони-ка своей жене. Да.
Кто это? Ответь, ответь. Давай. Алло? Это аварийно-спасательная группа. Вы меня слышите? О, спасибо! Меня зовут Пак Тон Вон! Нас тут 5 выживших! Никто не пострадал? Все целы? Да, да, все целы, никто не пострадал. Пропустите меня! Госпожа Пак! Я должна спасти сына! А ну стойте! Мы будем через час, нет, через полчаса! Там Сучан! Яны? Что все это значит? Разве он не пошел с тобой в магазин? Он взял мой мобильный телефон. Говорят, в момент последнего звонка он находился в здании. Любимый, он там, внизу. Ты случайно не видел, как ребенок на лифте спускался вниз? О-о-о, а в чем дело? В чем? Мой сын пропал. Как? Жена его не нашла. Как понять, не нашла? Я же его видел, это точно был он. Господин Пак, ответьте. Мы спасем вашего сына. Главное, оставайтесь на месте. Господин Пак, будь осторожен. Аккуратней! Эй, крепче держись! Не упади! Пак, ты в порядке? Да! Посмотри! Там внизу должен быть люк! Открой его! Нашел? Да! Господин Пак. Да. Я не смог удержать веревку.
Спасибо. С вами все в порядке? Ребенок ранен. Что? Госпожа. Госпожа, пойдемте с нами. Идите без меня.
Прошу вас, пойдемте. Госпожа. Как обстановка? Дождь продолжает сверху заливать здание. Господин Пак. Я хотел отвезти тебя обратно к маме. Вы должны выжить. Мне жаль, госпожа. Держись крепко! Ладно!
ключах! Мы не ранены! Нажали, давай, мальчика! Тащи, тащи его! Не ударься головой! Сучан! Давай, иди ко мне! Иди! Сучан! Малыш! Ну что, Сучан? Как ты? Здравствуйте! Привет! Помогите! Возьми его! Давай! Вылезайте! Значит, ты жив! Господин Пак! Мы думали, что ты погиб, а ты живой! Слава Богу! Поторопитесь, вода прибывает! Чего? Залезай. Стой, Сандхэ. Залезай. Осторожно. Теперь ты. Давай. Сосед, залезай. Папа, давай. 501. Я попозже. Что? Кто-то же должен закрыть крышку. Но... А, папа, а ты... но... Постой, но... Папа! Сосед! Папа!
Как ты? Мы что, застряли? Thank you.
Что это? Эй, шеф, там кто-то есть! Они живы. Они живы! Мы спасены! Аварийно-спасательная группа. Ну и где это находится, а? Может, позвонишь ему? Он сказал с видом на реку Хан. Мы и так у реки, куда уж ближе. Не знаю, вряд ли здесь кто-то живет. Согласен, не представляю, чтобы здесь кто-то жил. Господин Пак! Привет, Кимдири! Глянь, глянь, что мы купили! Только туалетную бумагу. Твой дом, значит? Это твой дом? Да, мой дом. Сегодня с видом на Хан, завтра с видом на Намсон. По выходным на пляже, одним словом, дом на колесах. Здесь все есть. Холодильник, кровать, плита. Действительно. Очень мило. Симпатично. Но все равно, на мой взгляд, дом должен быть стационарным. Это то место, где человек мог бы спокойно прожить 10 или же 20 лет. Согласен. Зачем думать о том, что будет через 10 лет? Будь счастлив сейчас, будь счастлив сейчас. Наша любовь навеки, наша любовь навеки. Наша философия. Мы скопили деньжат и хотим съездить на Северный полюс. Но ведь там очень туго с водой, практически нет еды, а? Сюда тоже можно доставить еду. Ты это серьезно? Курица, жареная в грязи. Смотрите, смотрите! Не бойтесь, не бойтесь! Идите сюда! А я, если честно,
как здесь классно. Да. Хоть переезжайся. Вот это я понимаю. Красота! Обрушение.